бабушки. Вчера пошел, еще не вернулся. Скоро уже придет. Может, еще и успеет и погулять. Глянь, сколько слетелось. Уже хлеб закончился. Они только поприлетали. Ну да. Все, больше нет у них. Еще есть. Все. Что, будете жрать мой тапок? Они когда-то клевали мои тапки. А они могут клевать и тапки. Смотри. Накакали. Вот паразиты такие. Пойдем. Сейчас. Где у меня покажешь? Да, посмотри. Платья у них нарядные такие. Лянь, кружево. Класс. Сиськи куколки. Есть. Ты видел? Сиськи у кукол есть. Косички такие. У Эльзы должна быть одна косичка, а у Анны две, да. И смотрели мультик, они же такие же самые были. Глаза у них такие огромные. Ну, конечно. Угу. Рисуют так же. Классные. Куколки такие. Уже что-то набрали дома. Все были на неделе. Да, вот. Степа на. Через две. Ух ты, у Степы какой велоцираптор. Голубок сел на лавочку на спинку. Нагадит там. Все на улицу повыползали. Тепло. Конечно. А если бы вообще от дождя, то никто не выходит. Конечно, да. Еще, если выйти на это. На дождяку можно так заболеть. Скажи в камеру, скажи, Тёма, приходи быстрее уже домой, выходи гулять. А мы ему отправим сейчас видео. Тёма! Говори, говори. Скажи, Тёма, приходи быстрее домой и выходи гулять. Тёма, приходи скорее и выйди гулять. Да. Скажи, я тебя жду. Я тебя жду. Видишь, мы сейчас отправим Тёмик там, если он не на улице, а у бабушки дома. Да. А куда? Ну, Тёмик там по интернету отправим. Он посмотрит и прибежит домой. Ну, пойдём. Ну, пойдём. А кого бы я набежала? Если они не гуляют, то... А домой пойдем сейчас. Да мы с самого утра вот это ходили на кладбище там. И мы тоже. Вот мы там задержались, только пришли. Надо же дома там сейчас поубирать надо. Артемка домой придет.